Всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться одним свидетельством. Такое вот свидетельство, которое... Это такое чудо, которое сделал Бог вот у нас на работе, где я работаю. Вот эта фирма такая, мы занимаемся переездами. Да, вот когда люди когда-то куда-то хотят переехать, вот, они заказывают нашу фирму, мы приезжаем туда, пакуем мебель, разбираем мебель, грузим и везем туда, куда хотят люди переехать, вот. И это было вот когда мы вот во время работы таскали мебель, и вот один коллега, да, он вообще с Ирака. Вот, у них нация такая называется езиды, да? Это вот, да, вот такая вот нация. И вот мы с ним работали, и вот он вдруг жаловался, да, что у него сильно очень коленка болит во время работы. Прям трудно было ходить, ему приходилось даже паузу там делать, прям очень сильно больно было, да? Но я так как... Мне охота помочь, и ну, у меня была такая мысль, пришла охота за него помолиться, да? Потому что написано в Библии, да, Иисус говорит, вы будете возлагать руки на больных, и они будут исцеляться. И мне захотелось вот за него помолиться. И я не знал, как это сделать. Во-первых, там и клиенты, и вокруг и другие еще коллеги там ходят, да, и как-то, и, ну, непривычно как-то еще, да, вот учусь вот в этом тоже, чтобы не обращать, в принципе, на такое внимание. И, ну, а еще дальше, с другой стороны, да, у них же как и другая еще и вера. И вот, и думаю, как с ним начать вот разговор. Они, в принципе, в курсе, я многим постоянно делюсь, там рассказываю что-то про Иисуса Христа. И, а у нас много разных наций вообще вот на фирме, да, и вот так вот. И поэтому не знал, в общем, как к нему. И вот я попросил вот во время этого, просил Бога, чтобы он мне помог, как мне вот начать с ним разговор, как ему... как вот за него помолиться. И вдруг мы с ним тащим мебель, и он мне говорит такой: слушай, Дима, вот я хочу быть христианином. Ха, вы представляете, я когда это услышал, думаю, о, слава Богу, вот уже и быстро помощь пришла от Бога. И я такой, ну классно, он говорит, что мне надо сделать. Я ему говорю, ну, тебе просто, в принципе, первое это... Первый шаг – это, ну, как принять Иисуса Христа в свое сердце, как своего Спасителя, да, вот с этого как бы тоже начинается все. Вот, и когда мы с ним были на улице, я говорю, слушай, у тебя же коленка сильно болит, давай, я говорю, давай помолимся. Я говорю, Бог, для Бога нет ничего невозможного. И он согласился, говорит, да, давай, и он так на фуре там сел, и я за него помолился во имя Иисуса Христа. И вот мы пошли дальше работать. Чуть время проходит, я ему опять спрашиваю, что, как коленка? Он говорит, он уже такой, это, говорит, да уже намного лучше, да? Уже вообще боли совсем мало осталось, короче. Я думаю, ну слава Богу. Он говорит, спасибо. Я говорю, ну это для тебя Иисус сделал, представляешь? Он так сильно тебя любит. И вот мы дальше уже работали, а потом мы поехали уже когда домой. И когда он меня подвозил... Я говорю, давай еще раз помолимся. Мы помолились еще раз. Возложил на него руки, на эту коленку. Еще раз помолился, просто прогнал эту всю боль из этой коленки. Связал, как тоже написано это все в Библии, во имя Иисуса Христа. Потому что написано в Библии, что через раны Иисуса Христа мы исцелены. И по вере нашей да будет нам. И дело в том, когда я еще... вот когда это вот я молился за него там в машине, я перестал за него молиться... И его наполнила просто такая радость этого парня, да, у него глаза просто сверкали. Такая любовь просто его Бог, Божья наполняла, что он так благодарен был, да, короче, обнял меня, в общем, поблагодарил, спасибо, короче.
И это очень просто замечательно был такой момент. Это так классно, когда понимаешь, что просто Иисус так сильно любит каждого из нас, и Он хочет быть нашим другом, помочь во всем. Вот. И когда я вот пошел вот домой, и вот через какое-то время, вот через 1 или 2 дня там, я, в общем, ему написал и спросил у него, как у него с его коленкой. И он сказал, короче, вообще боли больше нету, он играет уже в футбол, он такой радостным просто голосом записал сообщение, благодарил очень сильно. Я говорю, вот видишь, как Бог все это делает, классно вообще, да, он очень рад был. Для него какое-то было свидетельство, для него, он вообще другой веры человек, а для него такое вообще мощное тоже свидетельство было, что Иисус его так сильно любит. Вот с этим я хотел с вами поделиться. Для нас это очень хорошее всех свидетельство. И, ну, те, кто еще из вас не принял Иисуса Христа, я всем это вам желаю. Начать, чтобы новую жизнь, счастливую жизнь и получить вечную жизнь. Все. Надеюсь, вам понравилось. Ну, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь тоже на мой канал. Буду очень благодарен. Всего хорошего, пусть Бог вас благословит. Всем пока.